Здравствуйте, друзья! Мы возвращаемся в Кремниевую долину, с побережья. И я хотел вам показать дождик. Вот какие у нас тут бывают дожди. Иногда просто моросит, а иногда вот что-то такое более существенное. Вот то, что вы видите, это более существенное. Дождик – это праздник. Если только без экстрима. Вот, так что мы в целом довольны. Я помолчу, просто чтобы так посмотреть могли. Да и мне тоже за дорогой следить надо. Разверзлись в хляби небесные. Вот так можно сказать. Высокие стены. Это пенематовые стены. А? Это пенематовые стены. Да. Это громко или нет? Да, не знаю, что сказать. Хочу еще сказать, что важно не только чтобы дождь там, 100 миллиметров там нагнал. А существенно, чтобы в горах были обложения снежные. Потому что у нас вот зимой как бы снежок аккумулируется, а потом в течение всего остального года он подтаивает и дает водичку. Поэтому не столько сама водичка вот сейчас важна, сколько чтобы в горах там все было классно. Так. Да, дорога так немножко затихла. Вот мы едем 40 миль примерно. Ну да, нет, ну все понимают, вот вся дорога, она так примерно идет. Никто особо не обгоняет, все так культурно. Ну, покрытым снегом сейчас ходит. Да. Сейчас очень опасно, люди не привыкли ходить во время дождя. Да. Очень много бывает. Да, у нас как дождь всегда, так сразу начинаются какие-то аварии. Потому что у водителей нет навыков, так вот непривычно. Знаешь, это шумит, это дождь по крыше. Это тоже непривычный такой звук. Вы видите, друзья, вот впереди автомобиль идет справа. Сейчас слева нас тоже будет обгонять. Посмотрите, сколько брызг они оставляют за собой. Видите? Таким шлейфом буквально. Дело в том, что я даже не припомню, есть ли вообще хоть какие-нибудь автомобили, которые имели бы там на передних или задних или вместе колесах, имели бы вот эту резиновую, ой-ой-ой-ой-ой, обрызгал нас как разбойник. Даже вот такого большого нет. Страшное дело, да, значит, просто все стекло нам забрызгали. А его заносит, смотри, как он его... Нет, он нету, просто меняет полосу. Но я что хочу сказать, что ни у кого нет вот этих резиновых нашлепок, я даже не знаю, как это называется, там, дождевик, там, или как вот эта вот штука, и они все создают довольно много брызг на дороге. Может быть, на грузовиках, на тяжелых есть, чтобы они каменюками не кидались в тех, кто сзади или сбоку едет, а на обычных легковых машинах есть. Ну, сейчас слева еще один пошел. Такой раз, пошел. Видите, что творится? Не приспособлены мы к дождям, нет. Чего нет, того нет.